чё ж не идёт, ты чё?
напишите что-нибудь в чате, я хоть буду знать, где на телефоне чат отображается. Я вообще не понимаю, как это работает.
тут, я не знаю, меня слышно или нет, волны, наверное, весь звук перебивают. Можешь написать, если меня слышно, да? Нормально. О, у нас два зрителя, все еще показывается один. Ну да, ветер и волны, конечно, звук, ну, тут ничего не поделаешь. Ну, надо более тихое место выбирать. Ну, иногда безветренно, но тогда не так красиво, ну, тогда волн нет, не так красиво. Вот, ну, раз вы пришли, давайте хоть камеру хоть повертим. Чайки, это называется коса, ну типа коса, короче, там типа берег идет, ну как бы везде вода, а там немножко берег вот так идет, то есть такая полоса из берега вон там, поэтому это место называется косой, ну типа, короче, берег вот так, такая полоска из берега в море выступает, поэтому называют косой. Летом здесь купаюсь, сейчас уже, конечно, попрохладнее купаться. Начали что-то строить, блин, капец. Ну, кстати, это вот мое произведение искусства. Давно еще. Хочу просто затестить вообще, будет ли стрим, запись или нет. Я говорю, мне даже впадлу говорить, что я даже не хочу ничего говорить, в том плане, что... Короче, в прошлый раз я записывал стрим полтора часа, там просто все, ничего... Ну, я болтал полтора часа, думал, что все запишется, и в итоге ничего не записалось. Ну, 15 минут записалось там из полутора часов. Или даже 7, ну, короче, какая-то фигня. Может, оператора сменить, не знаю, может, интернет. Просто это так стрёмно, когда ты типа полтора часа как бы говоришь на камеру, а потом нифига не... ничего не записалось.
короче, из-за ветра не сильно комфортно. Так что пойдем домой. Чаечка вон полетела. Ну, короче, если в тихом месте стримить, поудобнее. Так мне надо приближаться к телефону, чтобы меня было слышно. Людишки вон там шашлычок походу жарит, а мы тут стримим. Ну, погодка сегодня типа солнечная, вчера дождь был, позавчера уже тоже дождь, пасмурно. Сегодня хорошая погодка, выходной, типа людишки решили выбраться на свободу, и мы собственно тоже. Здесь дорога, конечно, не самая лучшая, но здесь типа не мокро. Вообще люблю ходить по другой дороге. Или можно там через деревню идти. Ну, через деревню там как бы узкие дороги, дома. Здесь типа уебично, здесь грязно. Здесь сухо. Там вот по полю я обычно хожу, когда сухо. Но так как вчера был дождь, то там не очень. Блин, ветер, конечно, жесткий. Сейчас этим твичом, я уже в прошлый раз говорил, я не знаю, почему я стримлю вот эти ИРЛ, просто возможность стримить-то давно была, ну типа в какой-нибудь инстаграм, вот, как-то не было желания, что ли, а сейчас я начал регулярно StarCraft стримить, и в итоге стриминг StarCraft'а привел меня к этому, привел меня к ИРЛ стримам. Так это довольно бесполезно, но с другой стороны прикольно, типа по природе гуляешь такой туда-сюда, природа, вот. Здесь, конечно, уебищные места, ничего такого,
Ну, возле моря вот было ничего так. Там наши граффити. Граффити. Сейчас покажу там за углом. Давно рисовали. Вот, зацените. Как я владею баллончиками. Вот здесь вот обычно хожу, но здесь вот супер грязная, супер лужа. Вот такие дела, ребята. Не знаю, можно вырубить, но я попробую, наверное, достримить до дома специально. Специально сделать просто... Я бы сейчас уже завершил стрим. Я просто хочу его продолжить, чтобы, короче, посмотреть, запишется он в записи или нет. Типа так-то дальше там уже ничего интересного. Дальше просто деревня. Это интересно, я не знаю, только иностранцам, которые не были ни разу в России. Ну, на мой взгляд. Просто выкладывал такие ролики на YouTube. Все равно кто-то смотрит. Вот. И... Но я оставлю стрим чисто ради интереса. Чисто затестить, запишется он в записи или нет. Ну, еще дополнительные минут 7, пока иду до дома.